Вон я вижу рюкзачок. Пойду посмотрю, что там в нем. Чёртовы заросли. Опа, там трупец. Вроде как. Или мне кажется, или это труп. Да, похоже, труп. Ладно. Опа! Дробовичок, рюкзачок и трупец. Кстати, достаточно хорошо одетый. Эл. 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 Жив! Жив! Кажется, не живой. Ладно, снимаем рюкзак. Лутаем его. Легкий какой-то рюкзак. Ладно, посмотрим, что тут у нас. Так, и что там у нас? Что там у нас? Понятно. О, прицельчик. Мне он нужен. Сейчас порашмонаем и его самого. Жалко, пацана, жалко. Зараза. Забыл уже, как эти божени жили. Это открывается. Опа. По-моему, 20-патронный. Нет, 10. И рюкзачок с собой возьму. Клёвый рюкзачок, поэтому возьму. Так, дробовик туда. Надо, у меня лучше куртка. Ну все. Надеюсь, ты живой. Зря ты сюда полез. Ай, зря ты сюда полез. Отлично. Согнулся. Вот где. Ну что, пояснить зовут? Не поясню. Нашел трупец. Около него было все это. Ну, по тебе.
Проснись. Конец. Вставай. Устаю. Что это было? Я тебя вырубил и притащил. Сюда. Что это за... безопаснее, чем там. Что это за звук? Бери оружие и готовься. Раз тут безопаснее, то думаю... То почему ты так боишься этого звука? Не очень, недавно вышел. Хорошо. Бей, гада! Бей, гада! Что, как там происходит? У меня вроде тоже. Отбились. Хорошо. На самом деле это почти что каждый день происходит. Замучило уже. Да, бывает. Нужно сходить на разведку. Кто пойдет? Не знаю. Еще на камне? Давай я. Ну ладно, ты сам решил.